допустим, человек, вот эта ДНК начала организовываться, самоорганизовываться с самого начала Большого взрыва, 13 миллиардов лет назад. Происходило одно соединение в секунды напряжения 13 миллиардов лет. Если перевести 13 миллиардов лет в секунды, даже тогда и учитывая, что вот эта связь происходила поэтапно, метод путем правильных проб и ошибок, потому что если они нарушат последовательные соединения, это будет уже, комбинация будет невоспроизводима. Да, то есть цепная реакция должна быть идеальной. Должна быть определенная, там определенная аминокислота, последовательность должна быть. В нашем организме столько связей, сколько нет секунд 13 миллиардов лет. То есть даже если бы они связывались с начала Вселенной, до сих пор одна ДНК в одной клетке не сумела бы организоваться. Честно сказать, это лично для меня это вообще шокирующая информация была. На основе только вот этой догмы, в принципе, уже я считаю, что вообще неверующего человека не должно быть. Потому что без божественного промысла невозможно такое создать. Настолько идеально, не говоря уже обо всем мире, который окружает человека.